Спортсмены по морю покорили воздух. В Архангельске прошел чемпионат по пилонному спорту и гимнастике. В этом году за победу боролись 30 участников. Судьи учитывали не только технику, но и художественный замысел выступлений. О спортивных танцах на шесте. Светлана Чуракова. В какой-то момент кажется, что спортсмены подчинили законы гравитации себе. Сложнейшие связки, шпагаты, прыжки. И это все в воздухе. Высший пилотаж. Исполнение танца на пилоне синхронным квартетом. Пилонный спорт соединяет в себе мощь и невесомость. Участники областного турнира по воздушно-силовой атлетике заставляют понервничать даже самых предвзятых судей. Ведь малейшая ошибка, и гимнастка сорвется вниз. Жюри оценивают не только технику исполнения и сложность элементов, но и художественный замысел номера. Учитывается даже выражение лица спортсмена во время танца. Протокол у нас по технике и трудности. Там оценивается сила, сложность обязательных элементов, сложность шпагатов, элементов в связках на пилоне. И еще один протокол по сбавкам, то есть недочеты, минусы, носочки, коленки. Сложность пилонного спорта не только в гимнастических элементах. Сражаться спортсменам приходится и со стереотипами. У всех представление, что это что-то нецензурное, неправильное, но я считаю, что это прокачивает даже больше, чем любая гимнастика. То есть это сочетание действительно и гимнастики, и акробатики, и грации, и танца. Ну, в общем, все, я считаю, сочетает в себе. Ну и силы немалые надо, и терпения. То есть настоящих спортсменов воспитывает. В этом году за звание лучших на пилонах, воздушных кольцах и полотнах боролись 30 участников. Я считаю, что уровень очень хороший. Есть, конечно, куда стремиться, но есть очень сильные участники. А остальных видно, что они стараются, готовятся, нервничают, переживают. Очень молодцы, все, мне понравилось. Победители отправятся на чемпионат России по воздушно-силовой атлетике, который пройдет уже в августе. Светлана Чуракова, Сергей Телов, «Вести Поморье».